вкусах спорят, журнал Vanity Fair представил список самых стильных знаменитостей. Риана против своих портретов. Певица выиграла суд у магазина, который без спроса продавал футболки с ее изображением. Братья объединятся, букмекеры считают вероятным воссоединение группы Оазис. Неизданный повороте. Вдова тенора нашла неизвестную запись его дебюта на телевидении. Мода и мороженое. Британский дизайнер открыл магазин в фургоне. Американский журнал Vanity Fair представил ежегодный список самых стильно одевающихся людей в мире. Нумерация в нем отсутствует, но в первой строчке имя супруги британского принца Уильяма, герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Она оказывается в подобном рейтинге уже четвертый раз. Журнал GQ уже назвал герцогиню Кейт самой стильной женщиной мира. Кроме того, ее дважды признавали самой красивой женщиной в Великобритании. Сама герцогиня иконой стиля считает мать своего мужа, принцессу Диану, погибшую в автокатастрофе в 1997 году. Издание также отметило хороший вкус актрис Кэрри Вашингтон, Шарлиз Терон и Брук Шилдс, исполнителей Джастина Тимберлейка и Бейонса, а также гитариста легендарной группы Rolling Stones Кита Ричардса. Примечательно, что последний в качестве иконы стиля назвал самого себя. Самыми стильными людьми на планете признаны также трое спортсменов – баскетболист Джеймс Леброн, хоккеист Хенрик Лундквист и еще игрок в американский футбол Том Брэдли. Супруге Брэдли, бразильской супермодели Жизель Бундхен, также досталось место в списке. Помимо герцогини Кембриджской, в числе самых стильных персон оказались еще две представительницы королевских семей – принцесса Испании Летисия и шведская принцесса Мадлен. Последняя в июне этого года вышла замуж за американского банкира Кристофера О'Нила. Журнал напоминает, что невеста стояла у алтаря в платье из шелка с аппликациями из кружева цвета слоновой кости. Создавал наряд итальянский дизайнер Валентино. Американская поп-звезда Риана выиграла судебный иск против известной марки одежды. Ее магазины использовали без разрешения фотоизображение певицы на одной из моделей продаваемых футболок. Изображение компания купила у фотографа, запечатлевшего певицу в Северной Ирландии на съемках клипа. Однако, имея лицензию от автора фото, магазин не получил согласия певицы на использование материала для выпуска одежды. Футболки поступили в продажу в прошлом году и пользовались большим спросом. Певица 8 месяцев вела переговоры с владельцами магазина о правах на изображение, но ей предложили лишь $5000 компенсации. И прекращать продажи магазин тоже не собирался. Но адвокаты Рианы добились в суде, чтобы компания выплатила певице компенсацию за незаконное использование чужой торговой марки. Иск был предъявлен на $5 миллионов. Установленный судом размер компенсации пока неизвестен. Британская букмекерская контора снизила коэффициенты на воссоединение рок-группы Оазис. Таким образом, это событие попало в разряд более вероятных. Коэффициенты на воссоединение Оазис были понижены с 12:1 до 5:1. На то, что группа братьев Галлахеров станет хедлайнером фестиваля Глостонбери в следующем году, с 16:1 до 9:1. Причиной понижения коэффициента стало резкое увеличение числа ставок на возрождение Оазис за последнюю неделю. Манчестерская группа образовалась в 1991 году и распалась в 2009 в результате ссоры между братьями Галлахерами. С тех пор каждый из них выступает и записывает альбомы со своей собственной группой, но слухи о скором воссоединении появляются регулярно. Так, в июне Лиам Галлахер сам говорил, что не против возродить старую группу ради празднования 20-летия альбома «What's the Story, Morning Glory» в 2014 году. В октябре 2013 года будет опубликована дебютная запись итальянского тенора Лучано Паваротти, более 50 лет хранившаяся в его личном архиве. Вдова певца нашла запись его первого телевизионного выступления, сделанную 25 августа 1963 года, только после смерти певца. Тогда Паваротти появился в популярном американском телевизионном шоу, где исполнил арию из оперы «Богема». В то время 27-летний тенор еще не был известен. Его дебют на британской театральной сцене состоялся за 3 месяца до этого. В Белфасте парень выступил в постановке другой оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй». Запись выступления Паваротти все эти годы оставалась неизвестна публике. Издаст ее британский лейбл Decca Records, с которым оперный певец работал на протяжении всей карьеры. Она войдет в сборник 50 избранных произведений. Кроме этой арии, в сборник включены в частности дуэты Паваротти с Фрэнком Синатрой, Боно и Эриком Клэптоном. Британский дизайнер Генри Холланд превратил традиционный фургон с мороженым в стильный и яркий мобильный магазин. Таким образом, он продает свою капсульную коллекцию футболок, юбок, шортов, аксессуаров и чехлов для мобильных телефонов по цене от 15 до 150 фунтов.
Проект был организован в честь скорого открытия сайта бренда. Мне понравилась идея создания нетрадиционного магазина, и концепция с фургоном идеально подошла для нашего бренда. Некоторое время я буду торговать сам, и надеюсь выяснить, кто же на самом деле наши покупатели, и что им на самом деле нравится.